Листья вывозил этот, как засветил. Коля, там, первый занята. Там прыгнул, а потом уже, по-моему, там. Тут как раз вот за тачку пришлось коваться. Прилетел град, так как шел ориентировочно с голой пристани, так и сюда прилетел. И загорелись гаражи. В одно машина стояла, погибла машина сразу. Все вспыхнуло, но мы недалеко работаем, успели со своими хлопцами приехать. Я приехал, хлопцу привез. Мы где-то жителями первичное тут потушили, сколько можно, не дали разгореться. А остальное уже пожарники умнички наши все потушили, загасили все. Благо, что охранник ушел домой на обед, что человек жив остался. Так-то людей мало в кооперативе. Ну, машины все стоят. Но... Слава богу, что успели потушить, потому что тут бы тогда цепная реакция как пошла, то затушить было тяжело.